Не плюйте в зеркало, оно ответит тем же. Пришло время для денег советов, и у нас всегда есть, что вам предложить. Вас неожиданно пригласили в гости. Вы купили подарок, а вот упаковка выглядит не очень представительно. Сейчас я расскажу, как при помощи цветной бумаги можно сделать вашу упаковку красивой. Для этого вырежем несколько полосок, которые соответствуют размерам упаковки. Теперь приклеиваем листок бумаги с помощью сухого клея. То же самое делаем и с остальными сторонами упаковки. Теперь ваша упаковка выглядит весьма презентабельно. Осталось положить подарок. И можете смело отправляться в гости. С днем рождения. Не ожидал, да? Оп, снято. Камеры выключили, да? Все, отдай. 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 Ворот пиджака быстро пачкается. Удалить грязь себе с помощью химчистки можно и в домашних условиях. Держи. Нужно придумать раствор. Взять 100 грамм воды, поваренную соль и нашатырный спирт. В пропорции 1:1. Смачиваем ватный диск и протираем. После просушки пиджак будет как новенький. Повернись. Ну как? Да, похоже, с экономией денег я погорячился. У взрослой кошки на подбородке или на макушке головы могут появиться клещи. Особенно незаметно у кошек со светлой краской в виде черных точек. Клещи вызывают зуд и даже раздражение кожи. Нужно придумать специальный раствор в домашних условиях. Для этого возьмите 200 грамм воды, добавьте средство для мытья посуды, немного подсолнечного масла и нашатырный спирт. Данный раствор лишает питательную среду для паразитов. Вот не ходил бы вчера в лес, не набрался там всяких клещей. А так уж извини. Если вы достигли совершенства в этикете, то попробуйте съесть при помощи вилки ножа стакан семечек. С вами был Евгений Дучак. Запомните, дельные советы вы можете услышать только от нас. Пока!